И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске мы расскажем о том, что не стало режиссера Георгия Данелия. Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия умер на 89-м году жизни. Об этом пишут средства массовой информации. В феврале он был госпитализирован в тяжелом состоянии с воспалением легких. 24 февраля врачи ввели его в искусственную кому. Данелия родился в Тифлисе в 30-м году. Он окончил Московский архитектурный институт и высшие режиссерские курсы. Первый полнометражный фильм «Сережа» он снял в 30 лет, в 60-м. Фильму присудили гран-при на международном кинофестивале в Карловых Варах. Последним игровым фильмом режиссера стал «Фортуна», снятый в 2000-м. Данелия также был сценаристом или соавтором сценариев большинства своих фильмов. Участвовал в создании сценариев других картин, например, «Джентльмена удачи». За фильм «Я шагаю по Москве» он был удостоен специального упоминания жюри Каннского кинофестиваля, а за фильм «Осенний марафон» – приза Международной ассоциации кинокритиков на фестивале в Венеции и главного приза фестиваля в Сан-Себастьяне был удостоен звания народного артиста СССР. Светлая память Георгию Данелия. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!